Привет! Меня зовут Людмила, это канал «Сама себе хозяйка». У меня в гостях внуки. Хочу испечь печенье творожное. Вчера делала вареники, у меня остался творог. И мне нужно его куда-то подевать. Вот. Здесь я убила 3 яйца. Сейчас наугад все это буду делать. 3 яйца убила. Размешаю. 2 столовых ложки сахара сюда сыпну. Масло, не знаю сколько сливочного. Такое размягченное. Я его сюда. Ну, грамм, может, 50, наверное, так. Так, что еще сюда добавить? Молочка еще. Молока достала. Ну, сколько молочка? Ну, чуть-чуть. Тоже чуть-чуть молочка. Вот это сейчас все размешаю. Масло разобью. Жизнь моя повернулась на 180 градусов. Теперь внуки мной командуют. Не знаю. Внуки приехали, бабка к плите становись. Так, теперь сюда творог. Я, наверное, не знаю, весь высыпать или нет. Нет, наверное, весь не буду. Его тут много у меня. Вон намешала вчера. Вот так вот. Ну, грамм 300, наверное, точно есть. Я его сюда. Так. Теперь сейчас ванилинчику добавлю. Для запаха. Какие-нибудь крендели. Творожные. Так, вот столько ванилинчику добавлю. И разрыхлитель. Примерно, не знаю, чайную ложку. У меня тут столовая, но я чайную. Примерно чайную. Вот так вот тоже добавлю. И размешаю. Творожные крендели или творожное печенье. Или как-то еще. Вот сразу тесто начало подниматься. Теперь нужно мне муки сюда всыпать. Буду на глаз тоже. Чтобы довести тесто. Они мне все утро. Баба, когда будешь стряхать? Баба, когда будешь стряхать? Вот только добралась я, баба. Так. Небольшими этими буду всыпать партиями. Чтобы много не получилось. В общем, надо завести тесто. Такое, ну, густое. Чтобы резалось на печеньке. Еще. Ну, в общем, сейчас я буду замешивать. Еще муки буду подсыпать. Чтобы было густое тесто. Чтобы я могла с ним работать. Вот такое тесто я замешала. Такое густоватенькое, чтобы можно было сформировать печеньку. Так, теперь я вот так разделю его. Ту маленечко сюда. Колбаской раскатать. Так, вот такими, наверное. Чтобы мне жгутики было закрутить. Вот такими поделаю. Маленько в муку
теперь вот так вот раскатаю. И такие буду загибулины делать. Загибулинки вот так вот раз. Закручивать их. Края. Типа форма сердечки, что ли, получается. Ой! Извиняюсь, по новой. Вам показала. Как улиточки. Я хочу еще макнуть, как-то умудриться их в сахар. Вот так перевернуть. Чтобы они были сахарные еще. Ой, все не так просто, товарищи. Вот так вот улиточкой. Или может просто посыпать их вот так вот. Не переворачивать. Вот сюда. О, колесиками такими. Что-то мы в детстве наподобие такое крутили. Играли когда в домики. Ну и вот так сейчас, пока я не заполню лист, сколько у меня хватит. Вот уже один пришел, внук. Ну, где был? Рассказывай. Да, где был? Я по деревне на велике ездил, я там на площадке был. На площадке, по деревне на велике ездил. Ну что, бегают босиком, к вечеру ноги грязные. Ну как босиком? Без досок. Вечером, до вечера ноги грязные. В общем, деревня. Деревня так. Так, видно хоть, как я складываю? Ну вот так вот получается. Сердечки. Все, сердечки. В крендели буду укладывать. Вот такие улитки. Или сердечки. Или крендели. Ой, как их назвать. Все, я уместила их сюда. Вначале побольше сделалось, потом поменьше, чтобы все влезли. В общем, так мне получилось. Я включила духовку на 180 градусов. Сейчас она нагреется. Я поставлю выпекать. Ну, буду смотреть, как подрумянится. Так, все готово. Сверху все сахар помакала. Все сахарком. Печенюшки вытащила. Здесь сильнее подрумянились, чем сверху, хотя сахаром посыпала. Горячие. Остынут сейчас, ребятишки уже тут бегают вокруг. Ай. С молочком. Хоть с чаем. Вот это такие печенья, как сказать, на раз покушать. Если оно долго полежит, оно уже, наверное, зачерствеет, я так думаю. Ай, как бы сдвинуть. Ну, в общем, я сейчас вот разломлю вам пополам. Ой, горячая. Ай-яй-яй. Вот так вот. Пахнет вкусно, здесь же ванилин. Попробовать никак не удастся. Горячая. Могу только сказать, что они сладкие. Вкус у горячих не определишь. Когда холодные, остынут, и будет вкус понятный. У хлеба у горячего вкус не поймешь. Ну, в общем, все. Вот такое печенье получилось. На этом я с вами прощаюсь. Вам всего доброго, всем здоровья и всем пока.